и вот так вот уебаться. Это хуёво. А еще сектора, например. То бишь вот... Все, пиздец. Сместиться куда-то надо вот так вот делать. Это, ну... Это не очень удобно. Самое охуительное, проверенное временем, позиция лежа, это вот. Очень удобно. Особенно у нас здесь такое толстое дерево, которое пули ловит, реально. Ну, там, по-моему, сосну уже калаш не прибивает. Смотри, вот такую. Ну, вот такую березку уже, вот эту вот, уже будет ему проблема. Или, по крайней мере, первое, у вас будет плохо видно за ней. Второе, пуля будет не такая мощная. Ну, хуй с тем, что осколками посечет от дерева. Итак, вот самая очень, очень удобная позиция. Помимо того, что я тупо, я могу так долго сидеть. Когда комары, я еще вот здесь вот разожгу спиральку антикомарину и буду вот так вот просто на чуваков вот так вот поглядывать. Во-вторых, у вас очень широкий угол, потому что у меня большое дерево, я могу вот отсюда, вот отсюда играться из-за дерева, и ему будет проблемно. Также я могу очень быстро пойти назад, вперед, чтобы что там, и из-за дерева, и я погнал. Лежа меня не прокатит. Самая лучшая, самая удобная позиция, это на попе. Вот давайте на колено и садимся. Вам лучше пошире как-то сесть. Соответственно, стрелять очень удобно тоже. Вот вы на какой-нибудь вывалились на какую-нибудь ногу, локоть уперся на колено. Лепота. Я могу так 10 часов сидеть. А вы реально будете сидеть. То бишь, как мне рассказывал чувак, самое сложное в армии — это ночью дежурить 9 часов подряд, смотреть в темноту и не спать. Это было самое сложное. Бегать от миномета не так сложно, разгружать машину не так сложно, а вот просто сидеть смотреть — это пиздец. И вот вы. И отсюда тут можно перевалиться на другой сектор. За счет ногтя это делать, не за счет корпуса, а за счет ног. Потому что вот вы этой ногой, которая вот она, можете поглядываешь, кот поглядываешь, а то я... Я сам. Такой сам, давай смотри, ты умеешь, наверное. Вот. Конечно, кстати говоря, момент с растяжечкой тут. И растяжка, и штаны даже позволять. Вот. И опять же, я вот, допустим, пострелял. Вот за... У нас была ситуация, я вам сейчас расскажу. Отрабатывали засады, чувак лег. Получается, вот так. Видите, засаду, колонну идет. Вот он вывалился, пострелял, а дальше надо съебываться. И вот ему надо, или хуевый вариант для людей, здесь встать, а потом побежать. Или сложный вариант для тех, кто умеет. Ему надо раскрутиться, то бишь. И только потом бежать. И то тут перебежкой. А если бы он сидел вот так, то ему здесь нихуя не надо делать. Просто он уже побежал. Плюс к тому же у него была проблема. Я просто со стороны это видел. Он когда лежал, ему надо было сектор поменять. И он болтузился. А здесь я могу стрелять вот отсюда и вот до сюда. Очень максимально охуительно удобно. Вставать я уже проходили мы вот так. Встаем. Вы можете поставить перед собой пару мешков с песком.